направо и по периметру. Бегом, марш. Бег трусцой в качестве разминки, пожалуй, единственное упражнение, которое делает тренировку по фехтованию похожей на другие виды спорта. Сила мышц для этих спортсменов не главное, куда важнее реакция и быстрота мышления. Без мозгов ты не будешь фехтовать из-за того, что быстро меняется ситуация во время боя. Тебе нужно уметь быстро принимать правильные решения. Фехтование недаром называют быстрыми шахматами. В этом виде спорта порядка 10 приемов нападения и защиты. А вот комбинаций тысячи. Задача фехтовальщика — подобрать лучшую и уколоть соперника. Рядом с каждой фехтовальной дорожкой находится вот такая распределительная катушка. Провод от нее, как бы это странно ни звучало, подключается к спортсмену. Дело в том, что под кителем каждого фехтовальщика проходит свой соединительный провод, который подключает катушку к шпаге через рукав. На конце шпаги, в свою очередь, находится маленькая кнопка, при уколе которой подается звуковой сигнал о том, что спортсмен заработал очко. Кнопка рассчитана на давление всего в 750 граммов. Примерно с таким усилием мы давим на смартфон. Но порой защита у соперника настолько быстра, что даже при прямом уколе спортсмену не хватает небольшого давления, и очко не засчитывается. Фехтование – это прежде всего про то, что перехитрить своего соперника, оказаться именно умнее. То есть грубой силой задавить у нас, конечно, можно, но редко. Примерить на себя шлем и шпагу мог любой желающий на открытой тренировке в Химкинской школе Олимпийского резерва по фехтованию «Фокноватор». Именно здесь вот уже 43-й год успешно учат фехтовать. Химкинские шпажисты – одни из самых сильных спортсменов не только в России, но и в мире. Наши небольшие командные достижения у меня за спиной. Вот. Это всего лишь последние 7-10 лет. Вот. Наши спортсмены выиграли практически все соревнования, проводимые в нашей стране. И в большинстве зарубежных были победителями либо призерами. Школы завоеваны более 3000, я нисколько не ошибаюсь, наград самого высокого значения. Открытая тренировка фехтовальщиков была приурочена ко Всероссийскому дню физкультурника. Ведь именно с развития общей физической подготовки начинается любовь к спорту. Сервер Бикмабетов, Руслан Сафин, новости Химки ТВ.